как всегда, новый день встречаем вместе. Это программа «Утренний фреш» и я ее ведущая Влада Васильева. Сегодня четверг, 15 октября, и в этом выпуске я вас познакомлю с историческими событиями и праздниками этого дня и расскажу о культурных событиях Гомеля. Не переключайтесь! Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит 15 градусов тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 6 метров в секунду. Каждый день хранит в себе важные исторические события. Когда-то был изобретен кинематограф, а когда-то открыт новый свет. Важные исторические факты можно отыскать в каждой календарной дате ради любопытства и расширения кругозора. И специально для пытливых умов рассказываем, чем запомнилось 15 октября в истории. Еще с советских времен остались в памяти призывы с плакатов, направленные на борьбу с грязными руками. Они висели практически везде – в школьных и студенческих столовых заведениях. И гласили, что мыть руки перед приемом пищи нужно в обязательном порядке. На сегодняшний день необходимая ежедневная процедура перед едой стала еще более актуальной. А детским фондом ООН был объявлен Всемирный день мытья рук, которому отвели собственную дату – 15 октября. Такая полезная привычка, как мытье рук, значительно спасает организм от заражения инфекциями и вирусами. Давайте посмотрим видео, как правильно мыть руки. Внимание на экран. Намочите водой руки. Используйте большое количество мыла. Намыливайте круговым движением ладоней. После этого потрите ладонь о пястье, переплетая пальцы. Потрите ладонь о ладонь, переплетая пальцы. Пальцы внутри ладони. Намыльте большие пальцы вращательным движением, а также ногти вращательным движением внутри ладони. Промойте руки водой. Высушите чистым полотенцем или одноразовой салфеткой. Используя полотенце или салфетку, закройте кран. Теперь руки чистые. В 1995 году в Пекине проходила 4-я женская конференция ООН. На собрание было предложено проводить ежегодно Всемирный день сельских женщин. Идея получила широкое одобрение, и на конференции было принято решение отмечать Всемирный день сельских женщин 15 октября, дабы напомнить всем, насколько важен их вклад в жизнь общества. Также ежегодно в Беларуси 15 октября отмечают профессиональный праздник – День работников фармацевтической и микробиологической промышленности. Пусть ваша деятельность увенчается успехами в достижении достойного обеспечения организации здравоохранения и населения Республики Беларусь высокоэффективными лекарственными средствами, а ваша энергия, компетентность, целеустремленность и в дальнейшем служит во благо белорусского народа. А сейчас поговорим о выставках. Музей истории, печати и фотографии Гомельщины готовит к открытию выставку под названием «Музыка в объективе». Автор – любитель концертной фотографии Светлана Дедковская. Интерес к фото у автора с детства, но результативное увлечение этим направлением началось в 2013 году с концерта экс-солиста дуэта Modern Talking Томаса Андреса в городе Коблинз. Гости музея увидят снимки, сделанные на концертах в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии. Автор всегда старается поймать эмоциональные моменты выступлений. В кадре Томас Андерс, Ани Вески и многие другие. В Гомеле продолжает работу выставка под названием «Мои друзья». На ней работы живописца Сергея Коваля. Большая часть из них составляет серию, посвященную известным художникам – Пабло Пикассо, Марко Шагалу, Амедео Модильяне и другим. В наивном творчестве Сергея Коваля каждый найдет знакомые места и образы, удивится игре фантазии и яркости цветовой мозаики, оценит оптимизм автора. Приходите в картинную галерею Гавриила Ващенко.
Во дворце Румянцевых и Паскевичей для гомельчан и гостей областного центра открыта выставка современной живописи «Стоп-кадр» художник Юрий Платонов. Его творческий подход стал чем-то напоминать мгновенное реагирование на окружающий мир. Автор постоянно выходит и выезжает, чтобы зафиксировать момент, который открывается перед ним. Так и получается его «Стоп-кадр». Организаторы выставки уверены, что встреча зрителей с деревянной архитектурой белорусской деревни, тихими окраинами Полоцка и Гомеля, которая представлена в его работах, будет теплой и интересной. Не пропустите! Жителей и гостей города Гомеля приглашают в ДК железнодорожников на балет в двух действиях Андрея Петрова «Сотворение мира». Хореограф и постановщик балета, народный артист СССР и Белоруссии, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев. Зрителей ждет не просто изложение важных тезисов, а живая, яркая, многозначная образная реальность спектакля. Балет отзывается на важнейшую проблему современности и воспевает могущество человека и вечную силу материнства. Спектакль состоится 31 октября. Начало в 17:00. Смотрите на нашем телеканале программу «Бизнес-план». Думаешь, бизнес – это не для тебя? Слишком сложно? Скажи «стоп» своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля. А значит, и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске медиатор и адвокат Анна Журавлева расскажет о разрешении спорных вопросов по договору об оказании туристических услуг. Часто такое случается, что запланированное и оплаченное туристическое путешествие не может состояться. По независящим причинам турист может отказаться от тура, и это право предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Для того, чтобы отказаться от тура, необходимо обратиться с письменным заявлением в туристическую компанию, с которой заключен договор. И в заявлении необходимо указать, что вы отказываетесь от тура и просите вернуть вам оплаченные деньги. Такой отказ предусмотрен в одностороннем порядке, и поэтому для расторжения договора согласие туристической компании не требуется. Туристическая компания обязана вернуть денежные средства за исключением фактически понесенных расходов, размер которых компания должна подтвердить документально. Если туристическое путешествие не состоялось по причинам возникновения обстоятельств непреодолимой силы, либо обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, как, например, решение государственных органов о закрытии границ, либо введение чрезвычайного положения, либо возникновение обстоятельств, которые угрожают жизни и здоровью туристов, то туристическое путешествие может быть отменено, либо изменены условия договора. В случае расторжения договора по таким обстоятельствам деньги должны быть возвращены в полном объеме. Турист может столкнуться с ситуацией, когда немедленное возвращение денежных средств туристической компании невозможно ввиду их отсутствия. И тогда, конечно, за туристом сохраняется право обращения в суд за судебной защитой. Однако необходимо помнить, что судебные решения, связанные с денежными взысканиями, иногда не могут быть реально исполнены. И поэтому предпочтительным является разрешение вопросов, связанных с изменением туристического путешествия, либо вопросов, связанных с расторжением договора об оказании туристических услуг, решать посредством проведения переговоров, либо путем применения процедуры медиации. Как
как всегда, новый день с вами встречала программа «Утренний фреш». Пусть этот день будет насыщенным, а хорошее настроение неизменным. Не переключайтесь, с нами интересно.